Наличие дружных крепких всходов – непременное условие получения высокого урожая. Благодаря обработке удобрением Ростконцентрат всхожесть семян достигает максимальных показателей. Ростконцентратом мы делали две обработки, и по сравнению с прошлым годом, конечно, качество рассады улучшилось. Это никаких вот нет сомнений, это видно визуально. Поскольку в прошлом году мы, допустим, высаживали рассаду, и земляной комочек мог даже рассыпаться не полностью все пространство. Кассеты, ячейки были заняты камнями. Сейчас полностью смотрели, полностью вся ячейка занята корневой системой. Это является очень полезным. После обработки семян удобрением Ростконцентрат сразу после прорастания начинается активное развитие корневой системы, сильное ветвление, глубокое проникновение в почву. Открываются более широкие возможности в питании растений. Гуматы калия увеличивают проницаемость мембраны клеток корня, вследствие чего активнее поступают из почвенного раствора в растения питательные элементы – азот, фосфор, калий, микроэлементы, а также сахара, аминокислоты, витамины и гормоны. У нас обычные примитивные условия, и несмотря на это мы получаем черенок с корнем, достаточным для мощного старта и роста. Это благодаря чему? Благодаря Ростконцентрату. Давайте для сравнения посмотрим корневую систему растения, где не применялся Ростконцентрат, и потом сравним растение и его корневую систему, где применялся Ростконцентрат. Мы видим растение, на котором не применялся Ростконцентрат, слабая мочка корневая. И видим растение, на котором применялся Ростконцентрат. Вот оно полностью в корневой мочке. То есть мощная корневая система, которая позволяет нам выгнать мощный побег и его пропитать. Вот наглядное сравнение. И мы видим растение, которое наросла хорошая корневая мочка за счет стимулирования корнеобразования Ростконцентратом. И эта корневая мочка, как результат, могла выкормить сильный мощный побег. Для получения высоких урожаев необходимо обеспечить растения интенсивным питанием. Обычно значительная часть удобрений, до 50%, может вымываться из почвы или необратимо связываться с ее минеральной частью. Активные же формы гуминовых кислот, гуматы калия, способны связывать и удерживать питательные вещества, образуя хелатные комплексы, которые легко проникают в растения, тем самым обеспечивая полноценное питание. Благодаря удобрению Ростконцентрат обеспечивается условие для сокращения объемов внесения минеральных удобрений на 25%. Получилось так, мы вот на этом поле отработали только вашим Ростконцентратом. Но я считаю, что все-таки вот Ростконцентрат поспособствовал тому, что мы получили мощную листовую поверхность, которая, в свою очередь, если при правильном питании, в первую очередь калином, она даст буквально в течение 3 недель хороший корнеплод. Значит, по вегетирующей массе мы сравнивали по объему и толщине листей, по весу где-то превосходит раза в 2,5 аналоги, которые вот у нас были у соседей через трассу, через дорогу.